Добрый день, дорогие друзья, наши клиенты, подписчики, конкуренты. Всем огромный привет из солнечной Алании. С вами компания Arbat Homes и я, Татьяна Пекер. Находимся мы сегодня на Клеопатре, всем известный пляж Клеопатра. И будем снимать для вас предложение 1+1, 69 квадратных метров. Расстояние до моря всего 250 метров. Посмотрите, где я нахожусь сейчас я, как раз около офиса Arbat Homes на Клеопатре. Вы знаете, что у нас три офиса. Это город Мерсин, это Махмутлар и район Клеопатра. Здесь сейчас я и нахожусь. Дорогие мои, насколько сегодня комфортная температура? И дальше будет так. Вчера был спасительный ливень, дождь, тучки, уже не так жарко, температура очень комфортная, нет летней влажности, 28-30 градусов. Самое время приезжать и приобретать для себя недвижимость. Дорогие мои, поехали в квартиру, я думаю, что она вам очень понравится. Комплекс был сдан в эксплуатацию в 2014 году. Это очень известный и качественный застройщик, дорогие мои. Сейчас я нахожусь на территории комплекса. Чем представлена территория комплекса? Это открытый плавательный бассейн. Здесь в углу у нас имеется джакузи с детской секцией, шезлонги, зонтики, как вы видите. Айдат составляет 40 евро. В каждой квартире имеется интернет. Когда вы приезжаете, отдельно подключать уже не нужно. На минус первом этаже комплекса имеется также тренажерный зал и сауна. И, разумеется, генератор на случай отключения электроэнергии. Я жду вас в квартире 69 квадратных метров, 1+1. Мы на месте, фактически четвертый этаж, 69 квадратных метров, 250 метров от Клеопатры. Прихожая очень просторная, с левой стороны домофон. Вот этот вот у нас получается прямоугольник, это все прихожая. Я бы, конечно, не могу удержаться, не сказать свое мнение. Вот это убрать и поставить сюда вот такой большой встроенный шкаф. И одеяло, и обувь, и верхнюю одежду, и сумки, все можете туда положить. С левой стороны очень просторный общий санузел. Проходите, пожалуйста. Сразу это у нас стиральная машина. И вот это видим. Обогрев полов, но только в ванной комнате. Очень большая, очень просторная ванная комната. Абсолютно все есть. И также проточный водонагреватель. Дальше проходим мы с вами в гостиную. Гостиная и спальня. Напоминаю, что 69 квадратных метров. Очень понравилась на самом деле эта квартира, потому что планировка умная, нет лишних коридоров, большой балкон, 14 квадратных метров. Это у нас кухонная зона, дорогие мои. Не буду перечислять всю встроенную бытовую технику, вы видите. Сами квартирой пользовались очень мало. Здесь один или два года жили арендаторы, и потом хозяин выставил квартиру на продажу. Все, что мы видим, мебель, техника, ножи, чайники и так далее, холодильник, все это в стоимость входит. А также у нас два кондиционера. Кондиционеры функционируют. Сейчас очень холодно, как в холодильнике имеется. Также телевизор на 4 персоны. Видим обеденная зона и диван. Мой любимый угловой диван. Диван раскладывается, как вот эта секция. Если силенок хватит, попробую. Вот видите. Квартира, мои дорогие, без нареканий. Единственное, я могу вам сказать свое мнение относительно двух пунктиков. Первый, я уже проговорила, это шкаф в прихожей я бы установила. И немножечко, мне кажется, темновато в гостиной. Какую-нибудь симпатичную небольшую люстру нужно будет повесить. Из коридора мы попадаем с вами в спальню. Очень понравилась здесь мебель, дорогие мои. Она не матовая, глянцевая поверхность, очень приятная на ощупь. Шкаф, пожалуйста. Кровать двуспальная, две прикроватные тумбочки, а также имеет также кондиционер, соответственно, как же в Турции, без кондиционеров. И имеется вот такое вот трюмо с зеркалом, и здесь полочки, шкафчики. Для украшений золота, бриллианты будете класть сюда. Ага. Бубен. Поехали подводить. И итоги на балкон. Время подводить итоги, дорогие мои. Сегодня мы на Клеопатре, всего 250 метров. Год постройки 2014, фактически четвертый этаж. Окна у нас выходят как из гостиной, так и из спальни на восток. Сейчас
без 25,2 и до сих пор, как вы видите, солнышко. 1+1 – 69 квадратных метров. На балконе, который, площадь которого 14 квадратных метров, есть также вот такая симпатичная бежевая балконная, я называю это садовой мебелью, 90 тысяч евро. Предложение – это пляж Клеопатра, это 250 нас метров до моря в комплексе, который состоит из одного блока шестиэтажного, квартира у нас на фактически четвертом этаже. Дорогие мои, из инфраструктуры сауна, тренажерный зал, открытый бассейн и очень красивая территория. Дорогие мои, на этом все. Пока-пока!